Всем привет, с вами Марс. Так, в прошлой серии мы были в городе Горгот. Я тэпнулся сюда и вот по кишке пришел сюда. Там по дороге не было ничего интересного. Но это я не просто так вырезал, это мне Фрапс отказался записывать 15 минут, где-то пропал просто. Так, я все еще с этими кольцами, все еще режу курей. Ну, я не знаю, как они называются, но плевать. Так, тут мы должны найти предвестника этого нашего пророка, ну, хер с ним. Так, вот тут сундук нарисован. Что тут есть? Так. Старые письма, да, фиг, да, да. Так. Вот он, блин, стула. Вот. Агард. Я погибаю. Он говорил, что видел свою смерть, по-моему. Так, ну, а ведь поможет. Какая девочка милая стоит на заднем плане. Так, ну мы отправимся, судя по всему, в очередную пещеру. На этот раз убивать Туафа. Так, ну короче, предвестник. Ты не надоел. В спине. Нет, я буду, короче, тупо всех убивать. Тупо всех в лобовой атаке. Хотя это глупо. Во, нам дали колечко. Простите за даспорт. Я просто по-другому озвучить эту серию не могу. Так, ну мы все еще с этим мечом ядовитым. Мы походим пока с ним. Я начинаю подумывать о том, что надо скинуть таланты, потому что... Но все-таки мах это не тот стиль игры. Воинам, конечно, надо постоянно в ближней атаке быть. Но можно же и убегать. Думаю, самым оптимальным для меня бы было выбрать класс ассасина, но нафиг надо. Ассасин это ножики. А ножики это быстрое, но не очень дамажное оружие. Так, пробегаем. Если он бежит, значит мы пробежим. Даже уже не буду смотреть, что тут за монстры. Наверняка они мне не по уровню. Так, медведь. А, блин, он живой. Он живой. Капец, капец, капец. Ох ты шо, классно я его режу. Нифига себе. Классный меч. Так, сохраняемся. Так, говорит, это главный вход, мол, мне пора. А он типа зайдет с тыла, чтобы его не убили. Ну ясно, засал, короче, мужик при виде своей смерти. Так, мне надо 1000, чтобы скинуть свои таланты, ёпта. Ладно. Что ж. Вперед. Пока я никого не вижу. А, вот они, воины Туафа. Не убегают куда-то. Это по-любому ловушка. Даже не сомневаюсь в этом. Так, иди сюда. Получил. Да, скотина. Да, я был прав, это ловушка. Охренеть. Меня окружили. У меня проблемы. Так, ай, уйди, уйди, у меня же нету лечилок. Скотина. Долбаный копейщик. Может где-то себе копье намутить? Ага. Пошел вон, тварь, тупая. Так, а ты чё?
Ну, от стиля уворотчика довольно-таки неплохо получается разбираться с этими козлами. Пошли вон. Ты чё не умер? Так, о, новый левел. Так, кто? Скотина. Умри. Да, у меня новый левел. Отлично. Будем поднимать. Ну все, еще дроп. Так, и будем поднимать мечи. Поднимем до 6. И тут. До 2, да. На магию пока ничего переводить не будем. Так. 8 и 9. Подтвердить. А вот. Открылись новый маг. Да-да-да. Опекун, судьба второго ранга. Боевой маг, короче. Рождение как мана. Хорошо, мана. Все равно, когда скину, я все это поставлю на воина. А потом уже буду раскачиваться как маг. Возьму где-то судьбу третьего ранга на воине. Там 32, по-моему, нужно. Так, собираем все. Не блечи. О! Молоток. Отлично. Так, тут еще что-то. Мана, блин, нафиг мне мана. Ай, доведет меня то, что я играю за мага. Ага, этими кольцами хрен, что сделаешь? Все, надо их мечом рубить. Мечом рубить. Иди сюда, тварь. Ай, долбаный копейщик. Все, у меня... проявилась. Ах ты сволочь. Ненависть к копейщикам. Они меня тупо режут. Ох, как ты меня словил. Не туда. Блин, собака. О нет, у меня нету хилинки. Мне хана, мне хана, мне хана. Ладно, иди сюда, скотина. Пошел вон. Все, и тут я тебя порежу. Хорошо. Ты, снайпер, долго не проживешь. А что ж ты кувыркаешься так далеко? Все. Сдохни. Дальше. О! Копье, походу. Копье, это хорошо. Копье рулит. Так, тут похавать нельзя и подождать нельзя. Черт, жизни сами по себе. Так. А, это меч. 51, охренеть. Еще одноручный. Офигенно. Да, крутой меч, крутой. Это вообще говно. Это двуручный меч. Урона меньше. Отлично, мне нравится. Это мой ядовитый. Да уж. Да, я буду играть мечником. Все. Ну, давай, пожалуйста. Лечилка. Да! Лечилка. Отлично. Все. Жизнь удалась. Так, сохраняемся. Сейчас еще подохну. Так. Сюда надо поставить. Нет, кольца поставлю. Или посох. Посох должен решать толпу. У меня порешать толпу не получится. Ах вы сволочи. Лучники. Сейчас посмотрим, оправдает ли себя посох.
И там он себя оправдает. Скотина. Да он меня сожрет быстрее. Нет уж. Я буду мечником, все. Нафиг, мага. Это бесполезный класс. По крайней мере, я не умею им играть. Сохраняемся. Инвентарь, броня. Это 56. Так. Так, сапожки я продал. Да, вот эту поставлю, она лучше. По всем показателям. Да, думаю, нормально. Надо себе побольше брони понавешивать. Ой, блин. А ты меня не сожрёшь? Ну так, блин, плата. Ох, как быстро я их решаю. Это жесть. Классный мяч. Ну, что-то я думаю, что это самый классный мяч на мой уровень. Что у меня закрались такие подозрения. Так, лагерь плата небольшой. Так. Начинаем резать. Блин, опять копейщик, скотина. Ну тебя я быстро порежу. И даже не парься. Дальше. Так. Что такое? Пугался, малыш. Ах ты, долбаный ты лучник. Я тебя убью, я тебя убью, блин. Я ж тебя убил. Все. Сволочь. У меня ж нету хилилок. Перестань стрелять, скотина. Все. Сдох. Сдох. Сволочь. Так. Ага, вот там что-то есть. Я уже сохраняюсь. Через каждые 5 минут. Так. Бочки, ящики. По-любому там золото. О, 18 золота. 23 золота. Отлично. О, сундук. Все. Блин, хиливок нету. Сахар питаемся. О, какой коридор. Большое пространство. Значит, тут будет много врагов. Да, как я и думал. Ну что, используем нашу. Прикольный, кстати, меч. Когда в этом ярости. Такой похожий, наверное, до этого. До того, что был у предвестника. А-а-а, долбим кнопку. Черт. Тут экспорт. Ладно. Игра как раз про то, как зачистить подземелье. Так. О! О! Пацанчика! Пацанчика, тебе капец. Тебе капец, пацанчика. А что у тебя красть-то? Ты должен умереть. Все. Так. А что? Я не понял. Взаимодействовать. И тут ничего нету. А что делать-то? А вот предвестник идет. Так, ты. Так. Вот он. Где-то тут. А, о, типа со спины зашел. Красавчик. Ни хера не сделал, козел. Так. Ну иди сюда, давай.
Мы здесь, капитан. Куда ты? Я пошутил. Мы сделали это, конечно, блядь. Ладно, ты мне ничего не скажешь. Ну, можем уничтожить эту штуку. Ничего себе. Да, я что-то сделал. Ах ты шо, это этот засранец, из-за которого все началось. Предводитель Дуаха. Он что-то втирает, мол, ты знаешь, зачем это все. Короче, он сейчас будет рассказывать, что он спасает мир. Только своим способом. Похоже на то, как спасали тамплиеры. И в конце концов этот диалог закончится только тем, что мы станем его врагами. Ему врагами и остановим его. Так, вы не можете остановить меня? Конечно нет. И говорит, какое говно против нас. Но! Нам подвластна судьба. Я не думаю, что этот эльф сможет нас остановить. Так. Блин, чуть не оглох. Стекло поломалось. Так, что ты? Трус. Так, почему? Почему не успел прочитать? Ладно, мне ничего не расскажешь. Воин? Не, война. Херня. Главные маневры. Так, он говорит, надо сюда идти. Что? Преследуем охотники. Хрень, короче. Это перевод такой. Так, тогда снять эту долбаную хрень и поставить ядовитый клинок. Нет. Кольца, кольца, кольца это хорошо. Кольца, я люблю убивать всякую домашнюю живность. Так, куда нам надо идти? Ага, вот, медведь. Медведь! Не спать! Не спать, скотина! Все. Сдох. Отличный меч, просто отличный. Вот бы еще его заточить. А ты еще кто такой? Лукыш. Кто вы такие? Ах, вы скоты! Ты посмотри, какие они сильные. Это не говно. Так, чувственно упало. Куда? Какой-то щит. Ладно. Прошу прощения. Так, куда на... Но пока мы торопимся, наверное, город Горгот. Оденем броню себе. Я обещал снять вообще всю читерскую броню. Я это сделал. Игра, по-моему, прекрасна просто. Дает выбор, что делать. Так, вот, что это такое? Книжки. Книжки хорошо. Золото и приключения 1. Отлично. Так, что продает наша барменша? Так. Вот это продать, вот это продать, вот это продать, это продать, это продать, а это продать, это продать, и все. Все, вот это можно продать.
Дорого стоит. Так, приключения продадим. Так, ну это все для крафта. Бусы. Ладно. Ну еще гримуары продадим. Щит. Щит, что за щит, я уже забыл. А, где бы прикупить перчатки? Штанишки. Что еще мне хотят? А что это за ключ? Вот мне просто интересно. Зачем он нужен? Так, а это уже выкупить, это мне не надо. Так. То есть то, что я попродавал ей. Отлички я не нуждаюсь, я не так часто что-то вскрываю. Вообще ничего не вскрывал пока что. Так, ребят, что мне не хватает-то? Так, ну это я дошел, это дроп. Так, перчатки нужны. Штанишки. Ну, штанишки, я думаю, хорошие. Ну, купим штанишки и сапоги. Прошу прощения. Так, штанишки, сапоги, перчатки. Так, вот перчатки. Перчатки. Перчатки хорошие. Ботинки. Ботинки. Ботинки говно. Так, щит. Щит это хорошо, но я его покупать не буду. Сравнить. Так, это щит. На хитрость. Нет, спасибо. Сравнить. Щит на силу. Отличный щит. Ой, блин, только он стоит дорого. Так, ну купим перчатки. И все. Больше тут ничего нету у нее. У нее больше как оружие крутое. Надо зайти к кузнецу. А тут то ничего интересного больше. Вот еще сапожки. Ну нет, сапожки все-таки говно. Ну и ладно. Охренеть, 6 хитрости. Вот то я ступил. Капец. Ладно. Переживу. Черт. Так, ну это хорошо, это хорошо. Ай, блин, надо полечиться. Так. Исцели меня. Исцели меня. Где ты? Вот. Хватит молиться. Достало. Так. 212. Нормально. Вот. Элики, элики. Ладно. Так. Вот тут должна быть денежка. Во, 19 золота, я так знал. Так, выходим на затекую пиццу. Тут еще? Нету нифига. Дура, дура, чё ж ты не прячешь деньги в бочках позади себя? Ладно. Так. Тут. Так, 12. Блин, не попал. Нифига. Сейчас кольцами будем резать. Кольцами отлично и режется. О, кстати, курица. Вот курица и сдохла. Отлично. Все просто прекрасно. Так. Все. Еще. 23 золота, хорошо. 17 золота. О, сундук. Так, о, железный щит и золото. Мечта. Так, тут больше ничего нету. Так. Да, тут ничего больше нету. Так, что ты мне скажешь? Кстати,
тебя мяч прикольный, прикольный, прикольный. Ладно. О, сейчас попробую эту штуку зарядить. Так. А что это, а то не дохнет-то? Ты чё меня пнула, скотина? Ё-моё. Он меня пнул. Фигеть. Убри. О, классно. Чего с ним ничего не упало? Прошу прощения. Так. Идем. О, еще одна такая скотина. А, не достаю через замок. Зато кольца не порежу. Сейчас его ча-ча-ча-ча. Получи, получи, получи. Классно. Все, вдох. Классная штука, если бы она еще дамажила. Ну ладно, это будет моим талисманом, моим сувениром. Так. Где тут что броня? Так, ты кто? Что ты тут делаешь? Я как раз не хочу. Я хочу с тобой поговорить. Нет. Так, может скрафтим? Может спасти можно что-то? Что? Железный щит? Сапожки, я так пойду. Ладно. Разберем. О, сразу три штуки сосчитал, пана. Отлично. Принесло. Так, лонгсворд. Лонгсворд. Это меч, походу, но я не хочу его делать. Броня воина. Так, пока не хватает. Броня жулика. Броня волшебника. Так, вот это колечко. Огненный удар. Непонятно нахер. Ладно. Так. Этот Грейс Ворд. Тогда присядем. Не палимся. Так. О, потихоньку спадает. Я палимость. Ну. Все. Можно ты. Так. Тырим. Тырим все. Кремкомплект. Железный крейсор. Грейсор. Короче, пофиг. Все. Что ты мне продашь-то? Ты ремонтируешь? Ну давай поремонтируем. Так, оружие. Так, это говно, я не буду ремонтировать. А это что такое? Блин, 1400, что это так? Так дорого. Это какая-то хрень. Блин, что же это такое? 1400. И всего лишь, всего ничего покопали. Оружие. На 10 единиц упало. Черт, ладно, починим броню. Почили на эту хрень, почили на эту хрень. Так, все, а что ж это такое? Блин, это мой меч, охренеть. Черт, дорого ты стоишь. Да. Не прогадал я с тем, что это хороший меч. Зарада. А, стой, у меня же есть эти ремкомплекты. Я ж только что упер. Так, инвентарь. Нищи. Во! Три ремкомплекта. Есть. Так. Во-первых, эту штуку починим. Во-первых, эту штуку починим. Потом. Эту. Ну, ладно, починили эту хрень. Броня мага я все равно уже ходить не буду. Так. Все? Да, все, кроме этой трени. Ну вот сейчас это за деньги поремонтирую. Все. И опять у меня 800 денег. Паскат и чай. Так. О,
Вот так и ломается у меня меч. О, еще один тут. Охренеть. Так, что-то я повесил. Все. Подождем. Что спешить-то? А, вот сундук-то закрытый. Вот сейчас и будет. Посмотреть на систему. Ого. Достать. То есть можно открыть силой. Попробовать 10%. Ага, ясно. То есть. Так, ясно. Начинает дергаться, значит ломается отмычка. Блин, быстро ломается. Конечно, не стоим. Зараза. Зараза. Давай же открывайся, давай. О. Все. 3% у меня запало. Так, и все. Да, все, 0%, что меня запали. Отлично. И, ну все, уходим отсюда по-быстрому. А нет, стой. Что это? Я тебе продам сейчас ту броню мою нехорошую. И куплю у тебя то, что мне надо, короче. Так. Это, блядь, вот это то, что я украл. Ага, нельзя, потому что оно воровано. Охренеть. Так, это... Это тоже нельзя, это тоже я украл. Так, перчатки вот эти, что я по глупости купил. Так, это материалы для крафта. Покупка. А что у тебя есть? О, шлем! 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 Ладно. Что еще-то? Рюкзак. Рюкзак 7000. Это, наверное, увеличивает емкость рюкзака. Я капитан сегодня, но это бывает. Без него никуда. Так. То, что я попродавал ей когда-то. Так, ну где нужны? Нужно. Шлем. Это, во-первых, шлем это... Шлем это отлично. О, 28, да, пришел. Конечно, беру. Конечно, беру. Так. Чё где там? Чё где там надо? Броня, шлем. Ёпта! Круто. Мне нравится. Так, нужны штанишки и нужны сапожки. Так, магаз. Так, штанишки и сапожки. Штанишки. Штанишки классные, классные. Такие самые, как у меня. Перчаточки и... Да, беру однозначно. Теперь при полном параде, при полном параде воина, так сказать. Так, перчаточки. Сапожки, охренеть. И штанишки. Где штанишки? Блин, я штанишки не купил, походу. Так, магазинчик. Штанишки. А во, железные лосины. Охренеть, железные лосины. Круто. Так. У меня бабла вообще нету. Мы сейчас продадим этот весь хлам. И буду я богачу, ёпта. О, охренеть, да? По крайней мере, я уже воин со 120 критериями прочности. Охренеть. Все. Теперь 4. Да, и бегаю нормально. Не туплю, не тормозю. Не торможу, sorry. Так. О, 5 золота. 5 золота, это хорошо. Так.
Эти свидание. И было приятно с тобой пообщаться. Так, надо теперь продать. Продать все то. Так, я 200 золотых. Какой кошмар. Так, продадим ядовитый. Продадим эту хрень. Продадим броню свою, маговскую и эту. И воинскую. Читерскую, как вы любите. Я называю. Что еще? Бусы. Бусы не нафиг. Какой-то задранный документ нафиг. Старые письма тоже нафиг. Сережки какие-то хорошие. И, короче, хай лежит. Ни пользы, ни веса, ничего здесь нету. И продать их задорого нельзя. Ну хай полежит, может пригодится. Так. Да, надо отправляться. Да, ну тепнемся по-быстрому к той башне. До этого, я думаю, закончим. Охренеть, у него копье. Я тоже себе копье хочу. Нагибали этим копьем. Ведь этим похожим. Копье рулит. Да, и стырить же нельзя. Пускай и чай. Ладно. Я полюсь. Может отойду? Я нифига все равно полюсь. Черт. Пацанчик, да успокойся. Ладно. О, статуя, у которой нету глаза. Отлично. Буду с меча косвенно ходить. Мне нравится этот меч. Такой прикольный. Охренеть, да? Какое большое здание. Какое оно отличное. Да. Стильная игрушка-то. Рисованная, но стильная. Так, ну чё, всем спасибо за просмотр. Я думаю, на этом мы закончим эту серию. Ждите новых роликов. Всем спасибо. Всем, блин, до новых встреч. Кстати, нам надо в следующей серии мы все-таки туда доберемся. Я думаю, мы продолжим прямо уже оттуда или будем делать прямой путь от этой башни. Ну, ладно. Всем спасибо. Всем пока. До новых видео.